Всем привет! В эфире свежий выпуск Телегида, а значит, вас ждет короткий обзор фильмов и программ нашего канала. Эта неделя буквально вся пропитана мужским настроением, так что смотрим картины и ждем День защитника Отечества. Погнали! В четверг вечером направим все мысли на историю с глубоким смыслом. Познакомимся с загадочным человеком, который смеется. Двух детей судьба обидела в самом начале их жизни. Малышка Дея слепа, и ей не суждено хоть раз увидеть этот мир. Лицо мальчика украшает вырезанная ножом улыбка, навсегда оставшаяся уродливым шрамом. Лишь бродячий артист дарит детям свою заботу и любовь. Проходит время, и теперь девушка единственная, кто может видеть красоту парня, прячущуюся внутри за безобразным уродством. Смогут ли притянуться друг к другу две крайности? Узнаем 20 февраля в 10 вечера. Если бы ты знала, какой я уродливый. Уродливый? Что значит уродливый? Поступающий неправильно, но мне с тобой хорошо. Знаешь, во время спектакля люди смеются надо мной. Над моим лицом. Они смеются, потому что ты их смешишь. Им с тобой хорошо. Перед большим уикендом предлагаю провести вечер со списком ее желаний. Семья Кейт живет счастливо. У них было все, чтобы каждый день встречать с улыбкой. Но в один день земля ушла из-под их ног. У Кейт обнаружили неизлечимую болезнь. Врачи сказали, что жизнь осталась совсем немного. Молодая мама поняла, что муж и дети должны быть счастливыми и жить дальше, а не горевать о ней. Чтобы помочь им справиться с утратой, она начала писать записки с пожеланиями и удивительными заданиями для своей семьи. Историю смотрим в пятницу в 22:00. Давайте. Поцелуи. Крепкие поцелуи. Возможно, неделя была трудная, и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. В выходные наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и в воскресенье в 10:00 и 19:30. Эта зима оказалась небогатой на снег. Его пришлось ждать довольно долго. И после аномально теплой погоды снег, хоть и в небольшом количестве, но все-таки выпал. Так что не сидите дома и успейте поиграть в снежки, пока он не растаял. Выходные у нас большие в этот раз и праздничные. Первый подарок нашим зрителям – история «Кедр пронзает небо». Мы узнаем о наиболее драматических и острых событиях космического противостояния двух стран – США и СССР. Как и кто добился первенства – узнаем позже, а пока смотрим и наслаждаемся актерской игрой. Выходные в 9 утра. Мы поплывем к звездам. Поплывем. Да, на кораблях. Ну, на космических. На космических кораблях. Где ж ты все это вычитал? Лангебака, Глушко, Циолковского. А зачем ты всякую ерунду читаешь? А что вы посоветуете? Толстого. Льва? Алексея. Айлит, слыхал про такой? Там все просто. Построили в сарае аппарат и полетели к чертовой матери. Неужели не читал? Читал. День защитника Отечества – праздник настоящих мужчин. 23 февраля мы не только отдадим дань мужеству любимых представителей сильного пола, но и сходим на концерт. Под
патриотическое настроение и торжественная программа. Таким на ЛРТ будет День защитника Отечества. В этот день для вас на сцене Лев Лещенко, Тамара Гверцетели, Александр Маршал, хор ансамбля имени Александрова и многие другие. Смотрим и подпеваем в воскресенье в 17:15. Гарик Харламов, Кристина Асмус, Александр Рева. Нет, это не Comedy Club стартует на ЛРТ. Комедия «Легок на помине» станет отличным завершением праздничного дня. Молодому риэлтору Павлу необходимо получить доверенность. Разработав хитрый план, аферюга получает заветную бумагу и начинает готовить поместье к продаже, празднуя очередную победу. Но не тут-то было. В отлаженный ход событий вмешиваются высшие силы. С наступлением темноты с Павлом происходят необъяснимые события. Он внезапно начинает перемещаться в пространстве. Как закрутится эта история, увидим в воскресенье. 22:30. Ты же привык все делать быстро. 7 миллионов за 2 часа. Переспать на второй день. Да? Я тебя прошу, что за стереотипы? Медленно, значит, на века. Быстро, значит, некачественно. Работаешь — карьерист. Не работаешь — раздолбай. Есть жена — подкаблучник. Нет жены — неудачник. Долго нет жены — гомосек. На этом все. Полный обзор на жизнь нашего телеканала ищите на сайте www.lrt.tv. А еще рекомендую подписаться на ЛРТ в соцсетях. Я, Анна Троян, желаю вам легкой недели. Еще увидимся. Пока-пока.